Всем привет, на связи Владимир. В этом видео разберем один из способов, как быстро сделать дырку в любой плоскости. Для этого вот у нас есть прямоугольник. Мы создаем сначала две направляющие такие линии с пересечением, где будет начальная точка дыры. А когда у нас получилось пересечение, мы выбираем вершинку и ее делаем ее фаску. Сделали фаску нужным нам размером. Самое лучшее, как я попробовал экспериментальным, так сказать, методом, самый лучший профиль, ну, форму, да, shape. Форму это 0.09. Сделать это более такой ровный круг получается. Ну, можно единицу, можно 9.5 сделать для такого более правильного круга. Ну и теперь важным моментом, что нужно выбрать здесь индивидуальное начало, как бы, при выборе. И выбираем теперь выбор плоскости. Можно экструдировать нажатием I вовнутрь. Нужно нам дырки, и можно удалить вершинки. Вот остается круг такой интересный получился. Вот можно количество вершинок вот этих увеличить, конечно же, в том профиле. Вот сейчас еще раз сделаем Ctrl-Shift-B, делаем дырку. Теперь, ну, допустим, сделаем 0.9 все-таки, да? 0.9. Такой более правильный кружок, мне кажется. А теперь сегментов мы увеличим, допустим, до 8. Вот, более такой ровный уже получается, да? И теперь выбираем выбор плоскости. Экструдируем вовнутрь немножко и удаляем вершинки. У нас получился такой кружок интересный. На этом все. До связи.